В Усть-Майском районе прошло совещание по подготовке к пожароопасному сезону. Подробнее наш корреспондент. В рамках подготовки к пожароопасному сезону первый заместитель руководителя Департамента по лесным отношениям Республики Саха-Якутия провел выездное совещание в Усть-Майском районе. Сегодня мы приехали в составе группы с ГАО «Якутлесресурс» и ГБУ «Авиалесоохрана» по проведению совещания с главами муниципальных образований Усть-Майского района по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года и постановка задач на этот пожароопасный сезон. Проводимая работа позволяет принять конкретные меры по устранению выявленных недостатков и упущений по итогам пожароопасного сезона. Обеспечивается проведение совместной профилактической работы среди населения, учащихся по вопросам соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и в течение пожароопасного сезона своевременно информировать население о лесопожарной обстановке республики. Ежегодно проводим такие мероприятия. Во всех районах эта сеть у нас, скажем так, работает вот такое вот совещание с главами муниципального образования, потому что наши силы лесопожарных формирований совсем, так скажем, мало, сил не хватает, поэтому с помощью муниципальных образований мы проводим мероприятия по охране и защите леса. По итогам совещания между Департаментом по лесным отношениям Республики Саха-Якутия и муниципальным районом Усть-Майский Улус-Район было заключено соглашение о взаимодействии в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие лесных пожаров, в том числе ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах. Елена Моисеева, Тимур Канаев, Жил Слыткин, НВК Саха, Усть-Майский Улус.